Кто из нас выиграет? Джентльмен. Опа-на! Где ты сделал, я? Так, 1-0. Мы играем по 3 попе. Кириллка проиграл. Короче, ну, Илюша меня сделал, все да. Все-таки происходит. Я просто поддался, да. Короче, друзья, всем привет, всем доброе утро. Вы на канале «Учи новых». Да, мы сейчас с Максимкой были на втором этаже. Я быстренько сделал видосик. К сожалению, у меня Илюшка с семьей, они уезжают. Я тебя жду. Мы сейчас уже позавтракали, попили кофеек. Что? Сейчас нас с Максимкой ждут на совместную фотку. Ну, Максим, ты готов? У нас будет 10 секунд. Сейчас попьем. Вот принцип. А, идет запись. 10 секунд, считаем. Идет запись. 10. 9. 8. Да, ты перепрыгнула уже через собой. 5. 4. 3. 2. Смотрите, 1. 0. Нет. Все было на высоте. Так, сказать всем тоже пока. Всем пока. Увидимся еще. Пристегнись. Конечно, пристегнусь. Лиза, пристегнись, и всех, все пристегнитесь. Да. Да, да, я знаю, что у тебя есть камера. А у нас тоже камера есть, видишь? Давайте, пока, все, давайте. Короче, проводили гостей. Очень жалко, что они сегодня уехали, потому что у нас сегодня мероприятие на пляже, потом у нас мероприятие завтра на райончике. Могли бы они и остаться, и потусить с нами. Короче, мы их проводили, мы сейчас быстренько собрались и тоже поедем в город. Мы, кстати, так классно провели выходные дни. Очень классно. Жалко мало. Мы... снимали, конечно, какие-то отрывки, это так и назвать можно, да, что это какие-то отрывки просто коротенькие. И тогда вспоминали про камеру, но все равно. Мы так задушевно болтали, общались, сидели ночью у костра так долго, дети общались. Мы как бы хоть и постоянно на связи, у нас даже есть общий чат, у нас очень-очень давно общий чат. Несколько лет. И мы там как бы постоянно на связи. Но все равно личная встреча – это личная встреча. Просто невозможно было оторваться. Так мы классно провели время. К сожалению, они уже уехали. А мы тоже едем в город. По традиции у нас накопились там делишки. Плюс какие-то вопросики надо порешать. У Макса день рождения в воскресенье. Подготовочка, все дела. В общем, ни минуты свободны. Ну, wow. Что это? Покажи. Да показывай. Сейчас. На тебе. Подарочек. Это. Ну, Полина говорит, подарок на день рождения. Да, подарок на день это рождения. Это вот так. Кстати, ты знала, что он на батарейке? Ну да, я предполагала. Знала, да, что он на батарейке? А, я не знал. Ты не купил батарейку? Нет. А нет, он нам нужен сейчас? Нет. Капучинатор. Короче, дамы мы и господа, были дома, капучинатор. Да, очень хотела, мы сейчас одну тему закончим, очень хотела и нашла не на каких-нибудь там Алиэкспрессах, чтобы ждать 10 тысяч лет, нашли в РД Электрониксе. Сколько стоил? 5? 5,49. По идее, он классно на даче, потому что дома у нас есть путатайс. У нас кофемашинка делает путы. Да, мы можем его на даче. Оставим. Зимой возьмем с собой. Ну. Да. Короче, Настюша была дома. Мы были все дома. Что мы делали? Настюша приготовила. И покушать приготовила, да. Обед приготовила, детей покормила, сами покушали, пообедали. Миленку накормили, бедная. Живет одна. В четырехкомнатной квартире. Завидная невеста. Что-то там пытается, конечно, готовит. Или ездит куда-то кушать. Но все равно ей захотелось домашней еды, и мамочка приехала, приготовила.
А потом мы съездили уже с бабушкой Верой в магазинчики. Ей нужно было по делишкам, отвезли ее, в магазинчик отвезли. Покатались, Макс в машине поспал. Тихо. Была у нас снова сиеста в машине. Не ругаемся. И сейчас они уже ссорятся, потому что они устали кататься в машине. Все, давай. Едем гулять. Едем, да. У нас на улице 27 градусов, но завтра будет 19, и мы решили Серия этот присутствует. Вечер. Хорошо. Не сидеть, конечно же, дома. Так как нам сегодня выходной, мы пришли, приехали на море, погуляем, пятница. Посмотрим на волны, да. Может, там возьмем, там, не знаю, на волны, на море посмотрим, возьмем там чипики, не знаю, там пиваси возьмем, посидим, покайфуем. Ну? Что? Мячик не взяли? Ну, не взяли мячик. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну как? Да нет. Крутая машина? Я тоже хочу. Здесь происходит какой-то тусус. Папа, ты снимал только на велике? Да, катался? Это Digital Innovation Spark. На велике там, так, там была дорога, там ты ехал, там были эти трамплины, я поворачивалась не с головой, там очень было классно. А, молодец. У нас просто этих два дня, вот вчера и сегодня, реально очень жарко, 30 градусов. И поэтому народ находится сейчас весь на пляже, все отдыхают, загорают, купаются. Разные там тусничи происходят, какие-то инновации, центр. Типа айтишники, знаете? Вот, и поэтому сейчас походим по кофеюшкам, посмотрим, где, что, как, где будет интересно, там чуть-чуть посидим и на дачу рванем. Я завтра буду косить. Ю-ху! Наконец-то каждый блок. Благодарю. Красота какая. Как вы поняли, мы приехали на дачу, да? Мы увиделись с Наташей, с Сережей увиделись. Короче, все вместе круто провели время. Вот. Так что сейчас ночь, мы уже сейчас будем ложиться спать. Так что, друзья, все, подписываемся, ставим пальчики вверх и увидимся с вами завтра. Давайте.